Стоять! Мирное! Равнение на середину! У здания регионального управления внутренних дел руководители территориальных отделов полиции Верхневолжья получили ключи от новых автомобилей. Ключи вручал лично начальник УМВД генерал-майор полиции Сергей Камышев. 13 новеньких автомобилей «Лада Гранта» с этого дня станут верными помощниками сотрудников различных подразделений Тверской полиции в борьбе с преступностью. В УМВД России по городу Твери машины направят в подразделение криминального блока. С учетом возрастающей нагрузки, транспорт, конечно, необходим. С учетом того, что это машины с повышенными динамическими свойствами. Автомобиль, подчеркнул Евгений Дворянов, в подразделении полиции никогда не бывает лишним. И то, что служебный полицейский автопарк пополняется, большой плюс в оперативной работе подразделения. Если возникает большая нагрузка, задействуют дополнительные наряды. Это как подразделение участковых полномочий, так и подразделение уголовного розыска. В региональном следственном комитете внимательно рассматривают каждое поступающее сообщение, стараясь дать ответ в кратчайшие сроки. На особом контроле наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране. В следственном управлении существуют различные каналы связи. Можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.